Приветствую, друзья канала Фишинг. Сегодня поговорим о замечательной говно-рогатке от компании Fox, которую я недавно приобрел. И она уже успела побывать у меня аж на двух рыбалках, друзья мои. И для сравнения я взял свою старенькую, уже проверенную годами рогаточку. Более трех сезонов я пользуюсь от компании Дрэн. Значит, для того, чтобы вы не сделали такую ошибку, как сделал я, и не купили эту рогаточку, я вам прочитаю правильно полностью название. Это Fox Range Master Power Guard Method Catapult Anti-Distort Push Desing. Короче, что-то они тут наматюкались. Ну, в общем, друзья, у меня вышла такая с моей рогаточкой проблема. Наверное, давайте я переведу вас в режим говорящие руки, чтобы все подробно показать. Особенно про вот этот кусок говна, друзья мои. Ну, давайте про свою рогаточку Дренан сейчас я вам покажу. Случилось у меня за более чем три сезона активного использования, порвалась сама чашка для заброса. В общем, ну, я ее как бы хотел реабилитировать, но потом все-таки решил взять новую рогатку, пошел в магазин, в глаза упал Fox, думаю, Fox это же суперкомпания знаменитая на весь мир, взял Fox, но потом после двух рыбалочек все-таки начал искать чашку, возможно, появится еще в продаже и приобрету себе такую чашечку лучших Дренана. И, ну, более-менее вроде бы зашил, не знаю еще сколько послужит. Что интересно, друзья, в этой рогатке, смотрите, так, не знаю, удастся ли мне снять и показать вам, постараюсь. Во-первых, на нее не нужно никаких ни стяжек, ничего. И, ну, интереснейшим образом сделано, я даже не понимаю, как она работает таким. Такой вот, таким макаром. Сейчас я вам покажу, друзья. Ну, снять действительно проблематично, когда одеваешь новую резинку, просто смачиваешь вот эту часть, резинка без проблем одевается. У меня даже первый раз, когда менял, было подозрительно, выдержит ли она забросы. Кстати, стреляю я этой рогаткой примерно 70-80 метров шариком, ну, диаметром около 40 миллиметров. Хотя она предназначена, по-моему, до 50 метров. Вот, смотрите, абсолютно ровная часть вот эта, на которую крепится резинка, такая же ровная и на чашке. И резинки вообще не слетают. Ни разу у меня не было такого, чтобы резинка слетела. И вот эта часть зафиксирована, она не выскакивает. Ну, при этом крутится. Значит, одевать, как я вам сказал, две резинки я поменял за три сезона, за более чем 3,5, по-моему, сезона. Вот это расходник, ну, резинка расходник. В принципе, ну, Дренан действительно, друзья, считается лучшим производителем рогаток, лучшие рогатки в мире считаются Дренан, и я думаю, это не зря. В общем, рогаточка бомба. Так, ну, ее отложим в сторону и перейдем, собственно говоря, к куску дерьма, которое мне уже стало даже противно держать в руках, хотя изначально она выглядела очень классно. Значит, началась у меня первая рыбалочка, друзья мои. Решил я закормиться. Fox, красота. Есть защита для руки. Есть защита для руки. Есть большая чашка. Все. После выстрела, друзья мои, возможно, это моя техника такая стрельбы из рогатки, но у меня попадает чашка по этой части руки. И если если я рыбачу в футболке, то действительно очень больно, и синяки остаются вот здесь. То есть абсолютно сюда не нужно было защита. Так, потом. Потом у меня, друзья, после нескольких выстрелов, причем не дальних, где-то метров на 50, слетела резинка. Слетела резинка, видите, я снял вообще без проблем, хотя здесь и выемочка есть, и все. И что происходит дальше? Дальше вот эта часть во время выстрела у вас улетает в неизвестном направлении. Мне просто повезло, что она упала возле вымостки на воду, я ее нашел.
То есть это разработчики Fox держат нас, друзья мои рыбаков, за лохов, чтобы мы потом покупали вот такие вот запчасти. Она улетает без проблем. Это уму непостижимо. Мне интересно, кто у вас, дорогой мой Fox, тестеры? Наверное, либо дети, которые, у которых силы нету выстрелить, либо я не знаю кто, либо это действительно было специально придумано все, чтобы лишнюю денежку из нас рыбаков выкачать. Если у вас проблема, и вдруг, друзья мои, дойдет это видео до Фокса, я обращусь к ним. Если у вас проблема с тестерами, обращайтесь, друзья мои, вернее, вы мне не друзья после этой говно рогатки, обращайтесь ко мне, я вам буду тестировать бесплатно даже. Что ради того, чтобы вы не портили свое имя и не упускали такое говно. То есть вы понимаете, да? Мы теряем вот эту часть. Приходится покупать новую. Благо запчасти, конечно же, продаются без проблем. Fox, короче, молодцы, красавцы. Ну, я, значит, вышел из положения. Называется, купи Fox и доработай напильником. Укрепил вот такими стяжками. Вот такими стяжками, после чего проблема с отлетом от резинки, хотя у меня мысли даже не было, что нужны такие крепежи, потому что здесь есть такая выемочка. Вот, повторюсь, на Дренон, ради сравнения, ее нету, и здесь прекрасно держится, а здесь почему-то нет. Вот, переходим дальше, я укрепил стяжечками, все, поехал на вторую рыбалку, начала выскакивать вот эта хрень. Вообще без проблем начало выскакивать вот эта хрень. Ну, благо, оно уже на стяжке, оно уже не теряется. Но тем не менее. Значит, тоже, в принципе, вышел я из положения. Здесь вот эта фигня откручивается. То есть мы имеем доступ, и изнутри можно ее чуть расклинить. Правда, при этом теряется подвижность сама и... Весь прикол этой рогатки теряется. То есть, в принципе, друзья, вот такая вот полное говно. И далее. Вот эта резиночка тоже кумарит. Постоянно закидывается сюда. Постоянно нужно ее вынимать. В принципе, можно было сделать поменьше. Но я, наверное, еще сам, если еще буду делать, пользоваться этими рогатками, чуть ее уменьшу. Также, друзья, мне не понравилось, ну вот метод, я, наверное, подумал, что это метод такой наш, где дальность там сотка метров, 80 метров без проблем, так и в принципе и выглядит на первый взгляд рогаточка надежно, внушительно. Я думал, что она 80 метров, если я тем же Дренаном тоненькой изящной рогаточкой ложу шарик на 70 метров, в принципе без проблем, то я подумал, что... Но Фоксом как минимум 80 я буду стрелять. Ни хрена подобного. 50 метров, друзья мои. Шарик, бойл, не важно, чем вы стреляете. Это уже проблема. Это уже проблема. О точности тоже говорить не о чем. В общем, ну, не знаю. На запаске, наверное, пусть все-таки валяется. Выбрасывать не буду. Тем не менее, компания, знаменитейшая компания. Ну, нет такого рыбака, который не слышал о компании Fox. Подогнала просто говно рогатку. Я слышал, ну, перед покупкой смотрел обзоры других рыбаков, на эту модель я не нашел. Были на старые, тоже там у рыбаков, у коллег какие-то проблемы постоянные с рогатками. В общем, друзья, чего я вас хочу попросить, поделитесь этим видео в соцсетях, везде, где только можно, чтобы максимальное количество рыбаков не сделало ошибок. И не покупала такого откровенного дерьма от знаменитейшей, еще раз повторюсь, знаменитейшая компания Fox. В принципе, на этом мой обзор, мое предупреждение к участникам сообщества Mother Fishing Community закончено. Если вы еще не участник нашего сообщества, обязательно присоединяйтесь. Instagram, Facebook, Google+, YouTube, конечно же, подписывайтесь. Закругляем наш позитивный, прекрасный обзор. Встретимся на рыбалках, встретимся на канале Fishing. Пока!